На Ленинградском шоссе сегодня были большие пробки. Химки принимали ЦСКА в центральном матче недели. Битва двух сильнейших команд чемпионата начинается с дальних попаданий Джеймса Андерсона. Американец на старте встречи забил 2 3-очковых. Армейцы набрали свои первые очки лишь спустя 1.5 минуты после начала матча. Никита Курбанов, 1 под кольцом. Это верное попадание. В середине первой четверти отрыв продолжал увеличиваться. После броска сверху от Малькольма Томаса на табло уже плюс 8 в пользу хозяев. Георгиос Барцокас ставит лайк. Идеальная двоечка от ЦСКА. Хантер ставит заслон, Деколо отдает передачу, Хантер колотит сверху. Томас Робинсон после прохода забивает непростой лейап. А армейцы сразу же напоминают хозяевам о том, что после удачной атаки надо быстро возвращаться в оборону. Уилл Клайберн бьет с двух рук в быстром отрыве. В середине второй четверти ЦСКА догнали хозяев. Кайл Хайнс после скидки Родригеса сравнивает счет. Джеймсу Андерсону не привыкать бросать за метр до дуги. Бум! 3 очка! Good job, James! Никита Курбанов сегодня был неудержим. Российский форвард записал на свой счет 21 очко, реализовав 7 из 8 с игры. Малькольм Томас, казалось, потерял владение над мячом, но оранжевый, на удивление всем, опустился в корзину. После большого перерыва включился Алексей Швед. Проход и end one. Активнее, публика! Разница сократилась до 1 очка. Как ни пытались химчане остановить Курбанова, ничего у них сегодня не получалось. Даже после смахивания Сергея Мони мяч в корзине. Магия не иначе. Курбанов выступал в роли ассистента. Передача на Хайнса, и тот не жалеет чужое кольцо. Димитрис Итудис, удаленный в третьей четверти и затерявшийся среди девушек из группы поддержки Химок, не скрывает своих эмоций от крутости этого поединка. Защитник отдает передачу, центровой колотит сверху. Нет, у Химок все наоборот. Энтони Гилл отправляет Алексея Шведа в полет. За 2 минуты до финальной сирены Нандо де Коло попадает важнейший 3-очковый. Плюс 14. А точку в матче ставит Серхио Родригес. 96-81. ЦСКА остается на первом месте в таблице.